Ну что ж, друзья, отставим музыку, расскажу, как все было. Значит, сложности, конечно, были, особенно вот с этими мелкими деталями. Потом немножко я ошибся в высоте, пришлось верхушечку отрезать лишнюю, для того, чтобы хотя бы он был таким размером, чтобы мог сидеть человек спокойно, как будто на табуретке. Третья часть, значит, здесь добавлена. Задают вопросы. Дело в том, что рейки слишком тонкие, а на нем будут сидеть и взрослые люди, и дети. Хотелось, чтобы я никого не подвел. Дно вот так вот выровнено. Ножички были сделаны вот такие вот, фрезером обработанные. 4 штуки посаженные на клей со степлером. Ну, видели вы в ролике, красные аккумуляторные. Привет, друзья! Сегодня я закончил проект «Пиратский сундук». Ну что, будем смотреть? Поехали! Хопа!